посмотрели то, что мы им показывали, указывали, на что подрядчик выполнил, но мы с ним договорились, что через месяц мы еще раз встретимся. Почему? Потому что, вот, к сожалению, вот эта технология, которая запроектирована, но вот, наверное, требует какой-то определенной, может быть, она усадку даст, может что-то. Но мы договорились с ним, что через месяц ровно мы с ним встречаемся. Если что-то происходит и что-то пошло не так, мы это все исправляем. Но на сегодняшний день все эти недочеты, которые мы ему указали, они все выполнили. То есть убрали строительный мусор, мы им указывали на то, что как бы и строительный мусор тут присутствовал. Как бы. И скамейки, да, и укрепили. И скамеечки укрепили. Сделал те замечания по плитке, которые мы ему рисовали здесь, ну, наверное, с вами мелом прямо. То есть мы искали квадраты, и у нас это не совсем там шишечка была, вроде как не к месту, но они убрали все. В принципе, да, сейчас мы посмотрели, ну, все хорошо, и дай бог. Скажите, а обслуживать эту площадку есть силы, средства? Ну, сейчас мы будем писать в администрацию о том, что мы запустили все-таки три такие, ну, скажем так, две, да, площадки. Это вот у нас баскетбольно-волейбольная, футбольная и площадка для занятий физической культурой. Вот, и будем просить сюда еще ставочку ремонтировщика для того, чтобы ее обслуживать. Ну, посмотрим, нужен и пылесос, как показалось нам всем, что пылесос тут просто необходим уличный. Но тоже будем попросить, вот, я думаю, нам не откажут.